Всем привет! Как всегда, делюсь своими покупками из Китая. Итак, у меня сразу пришло три посылочки. Итак, первое. Это такие маркеры. Кто увлекается вязанием, это очень удобно. Сейчас. Ну вот такие вот штучки. Вот. Я уже видела, что мне пришло, поэтому я подготовила. Вот, к примеру, это у меня вязаная вещь, да, мы, например, вяжем, и вот очень удобно вот таким вот образом, вот когда вяжем, в особенности реглан, там нужно отмечать вот маркеры, очень удобно. Я уже покупала такие в виде булавочек, то сильно быстро они ломались, так как каждый раз вот прищелкивать приходилось, и вот именно защелочка ломалась. А эти, я надеюсь, что будут служить мне гораздо дольше. Вот раз, и удобно вытянуть, переместить в другое место вязания, когда, ну вот за петельку раз, и все вот так вот удобно. Мне нравится, не знаю, буду пользоваться. В принципе, потом через время напишу свой отзыв, потому что как-то сразу трудно сказать. Ну, по всей видимости, это удобные такие штучки. Так, давайте смотреть, что дальше. Так, что тут? Так, это пришел такой вот нож специально для того, кто занимается лоскутным шитьем. Это очень удобно. Вот, у меня уже был подобный, поэтому заказала еще. Так, взяла я такую вот косточку для примера. Но я заказала себе специальную тоже. Вот такая доска продается с разметкой. Вот там и в сантиметрах, по-моему, квадратики. И идет уже, например, если резать по диагонали кусочки, чтобы не каждый раз не прикладывать вот один к одному вот лоскуток. Я раньше так делала. А вот удобно уже будет, я думаю, на той доске. Ней я не пользовалась. Итак, вот нож. И, к примеру, нужно отрезать ткань. Это вот такой трикотаж. Какая-то старая футболка или я не знаю, откуда это. И вот раз. И вот ровненько нарезаете на куски, которые вам нужны. В принципе, режет классно. Давайте, вот я взяла кусок вот старых джинс. Ну, все-таки это более грубая ткань. Вот, ну и вот давайте попробуем отрезать тоже. До края не дорезала, не достала кусочек. Вот, тоже отлично вот отрезает. Очень острый, очень удобно. Вот. То есть покупка, я довольна. Ссылочка на все товары будет в описании, кому интересно, можете посмотреть. Очень удобная штука. Вот, вот этот сам нож, он потом можно поменять. Тоже я посмотрела, на AliExpress продаются вот за замен, вот менять вот эти вот штуки. Вот, ну, в принципе, можно купить и вместе с этим лезвием. В общем, довольна покупочкой. Ссылочку на магазин. Пришли вот эти вот все. Я, в принципе, одновременно где-то и заказывала. Примерно недели три. Недели три, вот. Две с половиной, три недели. Да, не полных три недельки. Так, и вот еще такая вот штука. Это... Ой, как же правильно, дырокол, вот, дырокол, ну, мы привыкли, что дырокол обычно двойной, вот, идет для бумаг, да, в канцтоварах продаются, вот, а это такой вот одинарный, вот я взяла бумагу, тут несколько листиков, не знаю, сколько взяла, три, наверное, три-четыре, так, ну, давайте попробуем, как он. Так, что не так? Ага, вот, надо больше прижимать. Вот так вот. И вот в тех местах, где нужно. То есть это тоже удобно. Я, в принципе, взяла. Сейчас я и попробую на пластике. Если вы смотрели мои видео, сейчас я вот на упаковочке еще попробую. Наверное, толстовато. Вот, если видели мои видео, ну, все оно.
то я показывала, как можно вязать сумку из пластиковых бутылок, такую косметичку, сумочку, можно что угодно. И вот я взяла для того, чтобы дырочки делать. Сейчас попробую. Вот я взяла, отрезала вот середину с пластиковой бутылки. Ну, то есть я пока не отрезала квадратики или что там. Это уже потом, когда я буду что-то делать. Ну, вот беру край, да, как оно будет. Вот, отлично. Это мне удобно, и для этого я брала. Вот. И не надо горячим шилом, горячим гвоздем вот делать дырочки. Очень удобно делать вот таким вот дыроколом. Удобно, что он идет одинарный, а не двойной. Вот, потому что, ну, можно было бы и двойным подставлять, вот попадать в дырочку. А так как он вот тонкий, то четко, где будет разметка, вот удобно пользоваться. И как он, ага, вот, вот так открывается, и все оттуда высыпается. Вот такой вот, как ротик у крокодила. Ну вот, вот такие покупочки. Покупками я очень довольна. Надеюсь, что вам вдруг кому-то понравятся ссылочки. Смотрите в описании в магазинах. То есть это уже проверенные магазины. Продавцы быстро отправили товары. В принципе, довольно-таки быстро все пришло. Я довольна. Надеюсь, кому-то было полезно это видео. Поставьте лайк, если вам понравилось и вы взяли что-то из этого видео полезного. Подписывайтесь на мой видеоканал, смотрите мои другие видео, мои покупочки. Пока-пока!